Приведись, это смертельная вспышка, и мы продолжаем выживать в этом укромном местечке. Значит, это мой недостроенный дом. У нас есть пол, потолок, ну и стены. Это, в принципе, достаточно. И спальный мешок, конечно же, чтобы здесь спать. В прошлый раз мы остановились на том, что начали плавить железо. Ну, вообще, всякую руду в вот такие вот слитки. Они у нас тут готовятся потихонечку, а мы с тобой продолжаем собирать ткани. Ткани нам нужны... Как это забрать? А, вот тыки-тыки. Ткани нам нужны для того, чтобы сделать рюкзак. И через несколько дней на нас еще раз нападет волна зомбарей. Нам нужно будет отбиться. Нападет вот на этот вот домик. Бедненький, несчастный, беззащитный. Мне нужно будет отстроиться. Нужно будет сделать ловушек. Мы, кстати, умеем делать ловушки. Сейчас тебе покажу, какие. Они примитивные, но они должны работать. А, это ловушки для мелких животных. То есть... Против зомбарей мы, конечно, вообще нифига не можем. А если на верстаке посмотреть? Там какие-нибудь коли, еще что-нибудь. Слушай, ну какая-то тут труха вообще. Это издевательство. Я могу, конечно, пилу сделать, но навряд ли я смогу распилить зомбарей. А было бы эпично, очень эпично. Не, мачете вот, мачете было бы здорово сделать, но для него тоже нужна натуральная кожа. Короче, мы отправляемся сейчас в лес, чтобы поохотиться. Добыть натуральную кожу. Че, у меня копья нет? Давай мы с тобой сейчас быстренько копье сделаем. Веток же у нас в достатке. Сделаем копье. И как индейец, как неандерталец, вам нужно есть и пить. Господи, я сдыхаю. Углеводы. И давай костер разожжем. Как все не вовремя, ваш пекапец. Разводим костер, докидываем бревна. Разжечь при помощи зажигалочки. Кидаем сюда мясо. И сюда тоже мясо. А, вот, кстати, у нас есть копье. Надо будет еще на рыбалку сходить с этим копьем. И попробовать выловить что-нибудь. Давай мы попьем водички на пить. А, воды-то нет. Я пью пустую бутылку. Черт, и шоколадки нет. Вообще нифига нету. О, в тачке. Давай-ка тачку мы поближе подгоним. Сейчас все будет у нас очушиенно. Тачку вот так вот подгоним. Вот. И здесь у нас будет... Давай, выходи. Ящик с припасами. Который уже, в принципе, битком... О, можно шоколадку съесть. Давай мы съедим шоколадку. Что-нибудь еще съесть можно? Бутылка с водой. Ладно, съедаем шоколадку. Наполним свои бока сладостями всякими, чтобы зомбарям было приятно меня есть. Вот, витамин. А где мне витамины взять? Минуточку. Витамины, наверное, в мясе, да? Сейчас оно сготовится, я проверю. Офигеть, витамины еще нужны. Жиры. Короче, тут куча всего нужно. Ну, в принципе, как и нормальному здоровому мужику. Нужно все жрать. Все, что шевелится, и все, что не шевелится. Значит, смотрим. Мясо забираем и смотрим, дает ли оно витамины. Вода, белки, углерод, жиры. Витамины 20-очку. Давай-ка мы это съедим. Это нам нужно. Витаминки. Мясо витаминное. Мясо мне витаминного. Так, значит, копье еще одно сделаем. И пойдем. Вот рыба, интересно, что нам даст рыба. Все, палки есть. Ну, в смысле, копья. А, и место надо освободить. Минуточку. Возьмем пустую бутылочку. Вместо чего положить-то. Руду надо выкинуть. Погоди, а вот это что такое? Это что такое? А, это бревна. Почему-то показалось, что это шкура завернутая. Значит, у нас уже на дворе потихонечку смеркает. Выкинуть надо вот эту всю руду. Блин, а так жалко. Ладно, выкидываем всю руду. Сейчас там куча говнеца вывалится с меня. Смотри, обосраться просто можно. Все, идем, значит, на рыбалку и параллельно смотрим животиночку, у которой будут костяшечки и шкурочки. Шкурочки, конечно, это... Ягоды! Тут же еще ягоды есть. Надо очень хорошенечко внимательно смотреть по сторонам, потому что если кусты с ягодами есть... Вот грибы, пожалуйста. Грибы что нам дают? Сейчас соберем, посмотрим. Если они дают витамины, надо собрать. Витамины есть? Да, смотри-ка, витамины, значит, собираем. Можно, в принципе, сразу и сожрать. Чтобы много места не занимало. Давай, жри грибы и иди. Вот знаешь, что здесь плохо? О, дождь пошел. Рыбалка в дождливую погоду – это самое лучшее время. Рыба всегда выплескивается на поверхность, чтобы взять кислород. И мы сейчас будем ее ловить. Значит, грибы... Что-то хотел про грибы забыть, но... Забыть, да, вот именно. Хотел сказать, но забыл уже. Не страшненько. Не страшненько, значит... А, ягоды, ягоды надо собирать. Вот, вода. Сейчас мы возьмем бутылочку. Вода нам нужна. Питьевой. Я не пить ее пришел, а набрать. Набери воду. Воды набери. Вот, вот сюда вот набери. Грязная вода. Да не пей ее, дебила, кусок. Питьевая грязная вода уменьшает ваше здоровье и энергию. Я хотел воду набрать. Вот у тебя.
Бутылка с водой есть, наполни ее. Вот, наконец-то, зря ее кинул в быстрый слот. Бутылку с водой наполнил? Что происходит? Кто-то меня кумарит? Кто-то меня бьет или что? Непонятно. Страшно как стало. Ты воду набрал? Имбецила кусок. Близко. Заполнить. Вот, заполняет, наконец-то. Наконец-то. У нас есть грязная вода. Потом я приду сюда с ведром. Так, рыбка моя. Я твой рыбачок. Сейчас я тебя буду ловить. Рыбуля. Ты ее видишь? Да, в такую погоду ее здесь фикчу увидишь. Фикчу. Фикчу хочу. Фикчу, фикчу. Оп. Показалось. Рыба. Вон она плывет. Рыбуха. Ну что, думаешь, попаду по ней? Давай, да. Черт, промазал. Да я руками поймаю. Хватай рыбу. А где копье мое? Куда-то сюда оно летело. Летело, вот оно копье. Есть, всплываем. Так, в ближний бой пойду. Конечно же, нужно было удочку сделать, но какая удочка? Посмотри, как я плаваю. У меня руки поднимаются. Как-то странно. Короче, выяснил, что пока я плыву, я не могу взять в руки копье. Правильно, кто же гребсти-то будет? Кто же будет гребсти? Рыба, 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 рыба. Красава, ты видел это? Ты видал? Есть рыба? Я с копьем собрал или нет? А, копье всплыло. Отлично. Напрягает, что каждый раз надо копье подбирать и в быстрый слот кидать. Еще рыбка есть у побережья тут какая-нибудь? Она все туда уплыла. А вот смотри-ка, 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 она стоит. Красава. Вот это я охотник, а. И никакая удочка нафиг не сдалась. Все, две рыбы есть, пожрать, что на утро будет. Дожди на меня задолбал. Рыбка, о да, белки, витамины, все как надо. Пойдем теперь охотиться. Значит, берем копье. Пойдем охотиться с тобой. Сколько у меня в пистолете, кстати? Обойма такого себе. 15 патронов, в принципе, неплохо. Жить можно. Теперь надо найти ягоды. Смотри по сторонам, ягоды собирай. Ты же настоящий выживальщик лесничий. Хотя, какой я выживальщик? Привет, ты прямо на меня бежишь. Да куда ты? Стой, 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 стой. Стой, пупсик мой. Там и олень был. Там и олень. Я промахнулся, лошара. Но чуть меня не загрызли. Сейчас я палку соберу. Достаем ножик и начинаем разделывать нашего замечательного волчара. А у меня слота заполнились. Перекидываем, значит, смотри. Мясо отлично. Шкуры хорошо. И косточки. Косточки. Олень. Олень, минутку. Если тебе в голову попасть, ты сразу того. Ой, на меня посмотрел. Минуточку. О, то есть хедшоты можно раздавать. Ну, неплохо. Неплохо. Отъявленный охотник. Хочешь жить, умей вертеться. Или сдохнешь. В таком мире жестоком, где кругом зомбари жаждут отсосать, высосать твои мозги, надо быть довольно суровым мужиком. Значит, все собрали. Можно возвращаться. И у нас хватает уже на рюкзак. Осталось только высушить кожу. Я чуть-чуть потерялся. Где мой компас? Куда мне идти? А, вот, вон туда. Дом вон там. Как думаешь, в такую погоду быстро высушится шкура? Самое главное вот это забрать. Значит, надеваем шкуру. Раз шкурка, два шкурка и три шкурка. Хорошо. А я пока костер разожгу. Отличное время, чтобы это сделать. Прям вот то, что надо. Значит, здесь мясо, здесь рыбка. Добавить дрова, разжечь костер. Конечно же, зажигалкой. Все, костер горит? Нет, он потух, мне кажется. Мне кажется, он потух. Конечно, кто будет в дождь разжигать костер? Это бесполезно. Нужно навес какой-то. Блин, вот это классно, что продумано, что в дождину ты нифига ничего не разожжешь. Хотя... А, нет, не готовится. Просто дымит. Если я, интересно, машиной заеду вот сюда, прикрою. Я думаю, что нет, так не прокатит. Я мыслю слишком кардинально. Разработчики до этого еще не додумались. Хорошо, тогда займемся плавильней. В плавильне все у нас ок. Забираем, значит, материалы. Только непонятно куда, потому что места, как обычно, нету. Пойду по... Компас убери, задолбал. Что ты с ним ходишь? Место, в принципе, есть. Что мы сюда закинем? Давай перо. Пускай здесь полежит перо.
О, ништяк, наконец-то все закончилось. Балдежно. Все, тогда можно сразу разжигать костер, но прежде чем я это сделал, я возьму, пожалуй, спички. Не буду я тратить свою зажигалку. Разжечь костер при помощи спичек. Еее, все, наконец зажглось. Все, забрал все слитки, все забрал. А вот это теперь нужно как-то поднять и закинуть. И что с ними делать, не знаю. Ну, давай вот здесь вот выкинем их, вот эти слиточки. Пускай здесь полежат. Посмотрю хоть, как они выглядят, эти слитки. О-о-о, как они в ряд-то выстроились. Как небольшие кирпичики, в принципе, когда откладываются во время побега от какого-нибудь монстра. Значит, что по мясу и рыбе. Все почти сготовилось. А время можно посмотреть? А, 18:00. Все, уже вечереет. Надо потихонечку ложиться спать. Забираем рыбу и мясо. Останется на утро. А я еще тут кока-колю возьму. Кока-колю. Это роскошь. Последняя коля. Ну все, можно ложиться спать, в принципе. А потом, на следующий день, мне нужно будет заняться переплавкой и созданием себе брони. Мы можем сделать уже броню. Нам только нужна веревка. Костяная бронька. Ух. Ну, это завтра уже. Давай ложиться спать. Значит, спим 12 часов. Спать. 6 утра, что-то как-то рано встал. Ну, нормально. То рано встает, тому пятка с неба светит. Значит, веревка. Веревочка. Здесь у меня нет случайно веревки? Не, здесь у тебя нифига нету. Ладно, окей. Давай поедим углеводов. Углеводы это... Углеводы нет. Мясо углеводы не дает. Но у нас мясо с рыбой портится, поэтому надо это все дело зажарить. Иначе будет пахнуть тухлятиной с моего кармашка, что не очень-то и хотелось бы. Окей, пойду я собирать, значит, веревочки. Для этого нам понадобится ножик, который уже скоро кончится. Конченый ножик. Кому он нужен? Так, срезали. Нет, не срезали. В процессе резки. Я сейчас, скорее всего, сделаю каменный ножик и как неандерталец пойду собирать листву. Ну, слушай, что хочу сказать. Ножик на последнем издыхании живет просто, ну, до последнего... Сглазил. Твою ж мать. Сглазили. Ну, как же так? Каменный нож. Каменный нож. Ладно, у меня уже десяток растительности. А это говорит о том, что я могу сделать две веревки. И одну веревку мы потратим на то, чтобы сделать себе каменный нож. Вот. Он у нас снова есть. Посмотрю на это убожество. Ой-ё, что это за зубочистка? Да. Это прискорбно. Ну ладно, тем не менее. Блинский. Смотри, какой костер. А, нет, это шкура. Я думал, это костер у меня такой здоровенный. У меня ж там мясо запекается с рыбкой. Рыбка, мяско. Не, все отлично. Я думал, оно сгорело нафиг чертям. Значит, закидываю оставшуюся мяско. И все. Чудно, надо попить, покушать. Значит, выпиваем содовую и съедаем, значит, мяско. Теперь делаем веревочку, две штуки. Идем к верстаку и костяную броньку. Что помимо броньки мы можем сделать? Еще и шлем, и шлем, и шлем. И, в принципе, все. Остальное металлическое нам нужно, куча металлолома и железных слитков. Значит, делаем пока костяную броню. О, да, бронька есть. Еще 5 костей и будет и шлем. Броню теперь одеваем вот сюда. Как я выгляжу? Жалко не посмотреть. Написано, что броня из костей, которая защитит вашу грудь, при повреждении имеет 75 дополнительных единиц защиты. Что очень даже не дурно. Но самое главное не забываем. У нас шкуры высушились. Забираем. Ставим последнюю шкурку. У нас 5 шкур. А нам сколько нужно? Нам сколько нужно? Сейчас посмотрим. Нам нужно еще одну последнюю шкуру высушить. Сейчас мы изготавливаем натуральную кожу. Или, если просто сказать, в нашем простонародье, в нашем 21 веке, это называется эко-кожа. В общем, с углеводами, как ты видишь, у меня до сих пор какие-то сложности. Что-нибудь есть тут бахнуть такой для углеводов? Нет, нифига нет. Пойдем искать ягоды. В лесу ищу я ягоды. Хочу я их поесть. А если я не съем вот эти ягоды, я буду очень зёль. Вот он куст ягоды. У меня здесь кролик. 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 Есть попадание. Ты прости меня, кролик. Но мне нужна твоя шкурка. И тут, прикинь,
Волчар за кроликов вписался. Так. Обычно я поступаю вот так вот с теми, кто меня грызет. Ну, значит... Ой, сколько кровища-то. Значит, я двух зайцев разом бахнул. Ну что, неплохо. Кожи мало не бывает. Это жестокий мир. Кстати, заодно костей сейчас и наберем. Вон, смотри, еще один кролик. Так что не переживай, их здесь в достатке. Бегает. Так, минутку. Вот ягоды надо собрать. Они как раз нам дают витаминки. Вкидываемся, значит, ягодками, раз витамины, это нам нужно. Но углеводы. Что же нам дают углеводы? Короче, загуглил. К продуктам, содержащим простые углеводы, относятся мед, сахар, кукурузный сироп, белый хлеб. Где я это все найду? Сложные углеводы содержатся в макаронах, рисе и картофеле, во фруктах, ягодах и овощах, бобовых орехах и цельнозерных продуктах. Ягоды, овощи и цельнозерновые продукты, помимо углеводов, содержат витамины. Ну, это мы и узнали, что они содержат витамины, но почему-то ягоды мне не дали углеводов. Вот что странно. Видимо, это не те ягоды. Мне нужно искать другие. Интересно, что будет, если у меня закончится углевод? Я же не буду помирать. Так... Хлеб. Мне нужно спечь хлеб. Только сперва надо найти муку. Боже мой, зачем добавили углеводы? Шкура, походу, высохла. Это здорово. Значит, мы сейчас с тобой едем на вылазку. Мне нужно найти шоколадки. Создаем последнюю шкуру. Теперь мне нужно взять набор инструментов, если он у меня, кстати, есть. А у меня его... А, да, есть. Вот он. Вот. Он мне нужен для того, чтобы сделать рюкзак. Не знаю, зачем рюкзаку набор инструментов. Это же горстка инструментов. Да, горстка инструментов. Зачем она нужна для создания рюкзака, не понимаю вообще. Все, рюкзак у нас есть. Только я его не вижу, куда он упал. А, он сразу оделся, и у меня куча места добавилось. Шикардятина. Просто шикарно. Вот это все пускай здесь валяется, а я поехал. Поехал, где тачка? Тачка, вот она. Срочно надо ворваться в какой-нибудь небольшой городок и натырить себе шоколадок. Там сахар или кукуруза, что-нибудь такое. Шоколадки-то 100%. Что-нибудь сладкое, короче, нам нужно найти. Что-нибудь сладкое. Где город? Еще один город. Или машины обшарить, слушай. Ух, блин, вот это я влетел. Давай, дочила. Не подведи меня. Не нужно нам. Сейчас я вот эти машины обыщу. Может, что в машинах найду? Ну-ка. Выскакиваем. Есть что? Шоколадка есть? Есть что пожрать? Сладенькое. Гвозди тоже неплохо пойдет. Гвозди всегда нам нужны. А здесь что? Здесь что? Медикаменты. Да блин. Сейчас в коповскую тачку загляну. Металлолом. Вообще шикарно. И буду жевать металлолом. Ладно, поехали дальше. Я видел пару лесничьих домов. Надо бы до них доехать. Не страшно. О, тихо, нет. Дороги нету. Нам сейчас нужно будет направо повернуть. Оп. Я ж не на джипе все-таки. Она... Форд Мустанг. Стареньким, но зато убойненьким. Вон там вот лесничьи дома. Так, короче, походу надо выехать на дорогу. Опа. Значится. Вот они лесничьи домики. Значит, о, вам нужно есть и лепить. Да какой есть и лепить? Я уже столько всего сожрал. Шоколадки. Бревна тут есть. Шоколадки. Топливо. Это нам пригодится. Веревка. Что-нибудь пожрать шоколадненького. Сахар. Да, с углеводами вообще беда. Бревна. Ну, давай заберем, ладно. Почему бы нет? Погрызу бревна. Вот домик. Ну, скрещиваем кулачки. И надеемся... Точнее, скрещиваем пальчики. Твою... О, дробаш. Это, конечно, хорошо. Но тут нет ни шкафчиков, ничего, что можно обыскать. Это очень плохо. Прям капец плохо. Вот здесь вот что-то было. Нет, мне показалось. А здоровье-то все уменьшается. О, кабан. Дикий кабан. Но ему, по-моему, на меня по барабану. Ладно. Давай задний ход. Опа, поехали дальше. Вон там еще домик вижу. Два домика. Вон в том домике может быть что-то. Оп. Стой. Черт. Не увидел. А... Выкиньте машину мою, пожалуйста, куда-нибудь. Сейчас, подожди, анстак. А, это меня. Анстак меня. А тачку? Для тачки анстак надо 9 нажать. А выйдите из тачки, чтобы сделать анстак. Рыба тут плавает. О, все, тачку перекинули. А куда тачку?
Автомобиль не застрял. В смысле он не застрял? Куда вы его кинули? Где тачка? Ты видишь тачку? Тачка. Где тачка? А, вон она. О, я чуть не обосрался. Я думал, что тачки нету. Что все, и кранты. Вот она моя прелесть, моя крошечка. Все, поехали дальше. Погнали. Вон до того домика. Это пасека, что ли? Это пасека? Кто? Чуваки, чуваки, давай назад. Это бандиты, бандиты, ё-моё. По мне, нифига себе. Ай, тачку сломал, походу. Задом, кто же без зеркала-то? Нифига себе, они по мне до сих пор стреляют. Вам нужно есть, да меня сейчас убьют. Вон там другие дома есть, поехали туда. Поехали. Нифига, тут что происходит? Тут люди живые есть? Вот это круто. Вот это круто. Правда, эти люди не очень-то добры. Кто в меня стрелял? Все, в меня никто больше не стреляет. Пошли быстрее рыскать по домам. Я надеюсь, те злые люди сюда не придут. А если придут, то у меня есть 6 патронов. Нет, для них будет 15. Здесь поищем. Отлично, 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 отлично. Она, по-моему, дает... Она же сладкая. Углеводы нет, углеводы не дает. Блин, почему кола не сладкая? Ножик, это хорошо. Ножик хорошо. Бобы... 50 углеводов, отлично. Давай, 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 срочно едим бобы. Фух, фух, пронесло. Вообще. Дом, спасибо тебе за бобы. Ты просто меня выручил. Ладно, продолжаем обыск. Так, надо в окно посмотреть. Там не идут эти чепушилы, чучмеки. Не, вроде... Вроде никого. Фух. Ладно, тогда поиск продолжаем. Эй, открывайся. Что ты... Еще Коля. Коля-ко-Коля. В нижних ящиках. Ничего, зажигалка. Здесь тоже ничего. Пойдем поднимемся. А, тут нет второго этажа. Есть спальня. Тряпки тут всякие. Так, так, так. А здесь тоже пусто. Идем в другой... До... А, подожди, вот тут еще можно обыскать фонарик. Но нет батареек для этого фонарика. Вон, ну что. Идем в соседний дом. А, ну и тачки заодно обыщем. Есть что здесь у вас? О, смотри, что нашел. Таблетки. Чтобы восстановить... Нам, кстати, нужно вкинуться таблетками. У меня потому что здоровье немножечко подубавилось от того, что я углеводы не хавал. О, тут у нас в таксоне ничего. Ладно. Садимся в тачку, сейчас подъедем поближе к дому. Если там кто-нибудь на меня выпрыгнет, я сразу в тачку и мчу отсюда. Давай задний ход. Опа. Вот сюда. Протиснемся же. Протиснемся. Как я красиво езжу, да? Как в реале. Выходим. Вот здесь сейчас посмотрим багажник. Че, нет, не открывается? Не зажопил. Зажопила машина. Кстати, надо посмотреть, что у меня в двигателе. Бенз кончается, шина. Передние шины, им все. Нужно будет поискать потом новые шины. Иначе мы никуда не поедем. Водичка. Хорошо. Здесь ничего нет. А вот это что у меня? Что это такое? Пустая банка используется в качестве материала для крафта. Ага. Это от бобов, видимо, осталось. Еще зажигалка. Верхние ящики. О, шоколадка, отлично. Шоколадка же дает углеводы. 10 углеводов. Дай-ка мы ее сразу заточим. Ммм, вкуснота-то какая. Сейчас бы да с чайком еще. Но чая нет, к сожалению. Все, получается, дом обыщен. Можно отсюда текать. Текаем, хлопец, текаем. Или стекаем. О, да тут еще вон дома, смотри. Вон там дома, там вышка с водой. Водяная вышка. Хм. Но... У нас сейчас 14.52, а это говорит о том, что уже полдня прошло, и нужно возвращаться домой, потому что скоро на нас нападут зомби. Так что садимся в тачку и давай домой. Давай домой. Я, конечно, могу напасть, попробовать на тех бандюганов, но что-то я как-то сомневаюсь. Вон они ходят, эти чунгачку. Они до сих пор стреляют, смотри, нифига себе. А я вижу, кстати, полет патронов. Вон, смотри, они стреляют, и черные такие точечки должны лететь. Хотя нет, что-то как-то не вижу. А если их сбить? Че я их боюсь? Я же на тачке. Поехали. Че? Она... Только не говори, что ты застрял. Они тачку мне убили. Нифига себе. Так. Дай-ка я присяду. Ваша броня уничтожена. Моя костяная броня. Ей кранты. Так, один готов. Оу!
Вот это поворот! Вы умерли, загрузить последнее сохранение. Я пал смертью храбрых. Ну это круто. Слушай, это просто офигенно. То, что помимо зомбарей здесь есть и другие люди, повстанцы, которые готовы за еду тебя грохнуть. Он подошел близко, как смотри-ка. Короче, если ты хочешь продолжение по этой игре, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим роликом и подписаться, если ты еще не подписан. Ну а также переходи по ссылочке в описании, подписывайся на мой канал на Яндекс.Дзене. Это очень важно. Ну а мы с тобой увидимся в следующем ролике, так что до встречи!